Так, это лига у нас. Получается полуфинал. Полуфинал сетки Венеров. Да, играют Нисаба Рассел, формат Боб 5. Первая игра. Ну, фуды уже прикольно. Это хрень, видимо, он рольнул. Так, а у Рассела верно. Ну, с третьим у них у обоих проблемы. Да, но если Кливерни нормально что-то строить, то там, в принципе, нормальный деф. А вот с этим друидом, да, могут быть проблемы. Причем он его не продал. Что-то он ломается. Хочет он... Сначала достраивал орков, потом решил все-таки заказать виспа. Сейчас он его отменил. Ну, уже интересно. Без имбы. Да, имбы нету. Интересно, как Исапу будет разыгрывать этого друида своего. Вот Рассел правильно, наверное, попозже он этих крабов стакнул. Чтоб не палить, типа сложнее прочитать было, да? Угу. Да, есть такое. Пока интересно, что будет фуда добавлять. А, о. Понятно. Ну, кинул он Урсу на 2. То есть на 3 Расселу попроще будет. Интересно, в кого фуда друида апнет? В Лину все-таки или этого? По идее в Лину, но он рольнул. Ну да. Надо Лину апать. Правда, она стоит как-то не там. Ну, в лейте, ну, в лейте нормально будет. А так да. Пофиг. Но это фуде надо на 3 либо еще фанту, либо апать. Потому что-то если он другое будет ставить, думаю, там не так эффективно будет в дальнейшем. Наверное, еще одну лучше всего. Ну и кстати, если две фанты и друид, то четверку он таким раскладом не дефнет. Ну да. Я просто тестил. Я думал, я дефну, а я не дефну. Ну, фанты их некому танковать, конечно, их сразу эти кабанчики расстреливают. Ну, вообще, я делал ставку, что друид будет ваншотить, а он кабанов не ваншотит, ну, не всегда. Да. Вот из-за этого там получается все херово. Так, лик Урса. Не страшно. Стандартный. Так, фуда сделал виспа. Рассел не шлет, причем на третью даже. Или он, а он на орку копит, наверное, да? Фуда доставил второго фанту. Лягушку еще зачем-то. Может, думает, орк какой-нибудь придет. Так он и придет, похоже. Кстати, да, может быть. Ну, 200 есть уже. Не кидает. 4, наверное, думают. Ну, у него подстройка, кстати, на третий хорошая, айстроль. Да. Он, правда, вперед вылезет, но... Либо ваншотить будут, да, потом.
Чё там, Рассел? Не кинул мяча. На 4, по идее, надо. На 5 это уж будет совсем зашквар, по-моему. Долго, ну, да. Долго очень копит. Ну да. Что интересно, подумал такое, что решил копить на 4. Да вот тоже что-то интересно. Ну, заказал он 5-1. Ну, такой прикольный вариант. Типа, и Ламбер сделает, и кинет. Ну, типа, в напряжении подержал оппонента. Ну, да. Он еще одного фантома пришлось настраивать. Видимо, с танковкой все-таки траблы. Не супер высокий Ламбер, короче, будет здесь. У Нисабы как точно. Да, видимо, кроме фантомов там особо, похоже, нет у него ничего. Ну, точнее, у него может и есть, но он решил друида сохранить. Из-за этого у него сейчас... Ну, ему надо выходить, короче, в этих... В дорогих юнитов. Это пока что не совсем оптимально. Все равно пропустить, похоже, не? Ну, пока не очень понятно. Хотя не вроде. Может, да, вроде бы, может и пропустит. Ну, чуть-чуть, да. Ну, нормально. Угу. Так, а чё Рассел? Он 200 оставляет, он типа будет виву апать. Под тролля нормально, конечно, но... Ну да, что тут еще делать-то? Ну, можно виспа и апнуть из тролля, а потом уже апать вив. Что-то такое. Да, вариант. Так, Миш на этот на пятый еще досылает пока ментов, но я думаю, он ауру никакую не будет копить. Да, да, но не скопит особо. Максимум хермит. Апверный. Зашел бы, наверное. Ну, да, да, хермит точно зашел бы. А Фудо что? Он вообще ничего не доделал. Так дефать, видимо, хочет. Ага. Ну так он, по-моему, не дефнет. Даже без засыла. Непонятно. Я не тестил так. Это рискованно, ну, да. По-моему, очень. Да. На целом тут точно пропуск. 7 ментов. Рассел не дослал еще 40. Ну, но на Ламбер, видимо, оставляет, чтобы побыстрее заказать. Что с музыкой? У тебя музыка играет еще? Да. Ну, типа фоновая. Не понял. Ну чё, да? Небольшой лик. Ну, и он еще и фантов показывает. Хотя чё тут? 55, 25. Ну да. Я бы... Ну да, это понятно. Я бы точно подумал, что фантов. Угу. А Рассел... Не это, не ламберится. Он решил, видимо, надежно играть. И еще не лапать одну. И на 7, и на 7 кидать, наверное, так. Mm-hmm. Но у него мало будет. Либо он ждет на 6 сейчас засыл. Че он... А, он из тролля апнул. Но мне... А, висп, точно, висп. Тогда что, он сразу заказывал? Хз. Да. Интересно, что Фудо сделает к седьмой волне?
по идее, надо что-то танкующее ставить. Но тут уже проблема в том, что у него все войско оранжевое, типа. Угу. Ну, поэтому есть вариант апнуть от этого спортмага, ну хз. Не. Он... Ну, к 10-й линии нужно обязательно. Можно забить просто кинга, запать, чё. Ну, можно. Она всегда, конечно, нужна. Можно, конечно, но я думаю, он так не будет играть. 7-2 сделал. 7-3, может, нет? Нет, кидает еще. У него горелка, походу. Ну, наверное, сейчас Т5 какой-то добавит, у него, может, там есть чем танковать все-таки. Да. Так, а Рассел чё? Рассел кинга апает 6-1. Довольно странно. Ну да, у него стан, наверное, там, я не знаю, чё. Сейвово очень. Так. Чё, ну если апает ферму, может Виву апнуть? И отвода еще может наставить. Так и делает. Все-таки свордмаг, да. Бля. Фуда, что ты делаешь, блядь? Хорошо, я не поставил, блядь. Ну, засыл, кстати, такой плотный. Орк, урса, кадой, еще ментов. Сколько? 8-9. Ну, нормально. Видимо, танчить все-таки нечем. Так, что орк? Больше. Орк. Орк не стакается почему-то. Ну, это боком выйдет. Да. И он еще и инком сейчас стакнул. Ну, вот прям супер быстро упал, потому что орк в него ушел, блядь. Там все в него ушло почти. Да, плохо стакнул здесь. Но... Остал. Знаешь, херми-то нет, и дефать будет проще на кинге. Ну да. Много залитых, но 20 штук все равно большой очень пропуск. Угу. Куда без засыла пускает тем временем. Три на один. Волна. Рановато дал, мог бы двоих тех добить тоже. Да. Че, у Фуды? А, у Фуды Горелыч. А, ну, понятно, ему тут не страшно. Че, волна успеет откатиться? Да даже если успеет. Походу все на хил, да? Да. Хотя. Бля. Бьет. Ну, вроде деф или нет? Деф. 27 хп. Нормально. Да. На грани было. Ну тут лучше бы он орка стакнул. Он хорошо шел, он бы его убил быстро, по идее. Там конечно, бы отвод, там убивай, строль. Отвод подольше бы постоял, и там и пропуск меньше было бы, по-моему, так. Намного. Остается 7-1 на восьмом, добавляет виверну. Но он вроде и так дефает, но он может боится еще, что досыл будет. Ну да. Может, не посмотрел, какой скилл там. Этот самый... Один реген у него вкачан пока что. Фуда кинга апнул с легонца. Есть у него, кстати, этот зомбарь. Под восьмую. А, вот что. Под восьмую как раз. Ну, я не знаю, он может... Это выберет и десятый апнет его, чтобы, типа, чековать. Как-то. Ну, так, скорее всего, да. Че, у него больше ничего, наверное, и нет. Не знаю, какой-то 6 у него, конечно. Он еще может выбрать, че, просто ламбер сейчас сделать и кинга апать. Типа да, и забить на ап этих, ну, всяких пуджей, нахер они потом нужны. Просто фантов, например, навштопать, и все. Ну, тоже как вариант, да. Но он сейчас и будет апаться, не будет никакие девятки кидать, потому что... Рискованно уже. Да. Ну здесь уже Расселу хватает. Все-таки кидает. Расселу хватает на 7-3.
Наверстал он, конечно, но не вровень с Фудо. Но он, видишь, он с гарью, типа. Ему похер на 9. Ну, я думаю, он Кто с должен... Гарри? Этот, не Саба. Ну, не Саба-то ему и так похер, понятное дело, с фантами. Вот на 10 ему не похер. Две виверны. Тут добавляется тролль за 80. И что Рассел делает такое? Ставит антигулю. Ага. Я понял, что АГ, но это девятая волна еще. Да, прикольно. Типа, Может. чтобы они столпились получше. Ну, наверное. Они там, да, бывает, кстати, что подлагивают на повороте. Ну да, из-за этого там Могут выбежать, короче, да. выбежать вперед, да, туда. Ну, я такое в первый раз вижу, по крайней мере. Ну я знаю, так делают кросси, знаешь, там иногда где-то там. Ой, 2 на 2 я вообще не беру. И вот в 1 на 1 такое вообще не видел никак, чтобы на девятку ставили, типа, вот эти вот Ну да. юниты. На 11 бывает, не продают еще. На, Опять их ну надо вот, ну уже на, вот купить. на 11-м, да. Это я тоже заметил, тоже иногда вставляю. Ну, девятку я конкретно сам не ставил никогда. А у Фуда смотри, что есть. У него минус армор есть, только другой. А, ну тогда да. Тогда понятно. А то я думаю, он бы по-любому не апнул в Свордмага нахер. Ну да. Тут хоть и все у Рассела хорошо пошло, то что никуда никто не выбежал, но все равно ликанул он, потому что юниты не те. И засыл. Ну да, и три виверна нормально наваливают. Ну и Рассел что кидает? Орк уже идет. Менты. Ну, он 7-4 останется по любасу, я думаю. Уже поздно для него заказывать 7-5. Да, конечно, и надо слать уже, чё. По мне низковат. Так, Фудо, 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 Фудо. 4 атаки. Ну, он не должен тут хил отдавать. По Сейчас тут идее, нет. какой-то... Возможно, все-таки пуджапнет, да. Так и делает. Что там? Ну, Варлок будет все время сзади стоять. Фантомы и вот эти Свордмаг и Пудж. Все это танковка, плюс Пудж куски отрывает. И Свордмаг, что у него магическая атака. Типа ДПС 125 в среднем. Плюс у него там скилл этот, плюс 60 дамага. Постоянно добавляет типа чистый урон хз. Да, ДПС достаточно. Ну щебы много и отвод, ну без рейнджовых, поэтому хз, как тут пойдет, как еще боссы выйдут. Ну нормально. Ну, одного заберет точно, а дальше уже. Че он там с орком будет делать? Он с одной тычки не стакал. Вот-вот, короче. Ушел. Ну Да, да, босс просто стакается и все. А, тут один орк, короче, весь отвод сломал. Ну, там три тычки и все. да. Не знаю, может быть, его даже стакнуть стоило. Ох, блядь. А, ну фокус нормальный, все. Я думал, сейчас Ну да. Варлок сменит после ментов фокус. Ну там, все равно добили. Ну тут у него вышло примерно как на арчах. То, что он одного забрал, а остальных он покоцал и все. Да, плотные довольно боссы идут, и на эту хилу, возможно, даже. 5 на 5 с Горелычем. Да, думаю, не, нормально. 6. Ну, он сейчас еще, наверное, атаку апнет. Или ХП. ХП, я думаю, Ну, что разок. с Гарри, да, наверное, профитнее ХП апать.
Ну, походу, да, хил. Да, хил. Тут уже апай, не апай, все, хил. Вот не люблю я такие пики. Фант не под что строить, вообще бесит. Я не люблю на таких пиках 9 слать. Ну тут, кстати, да, это не Саба слишком агрессивно сыграл. Но если он даже Виверн прочитал, там бы и меньшего засыла хватило для лика, по-моему. То есть можно было понадежнее сыграть. У него Кинг прямо вообще откровенно слабый был к десятке. Ну да. Но он, видимо, рассчитывал лучше дефнуть. То, что он на Apple настроил. По дефу вроде как действительно неплохо смотрится, но Марта у него еще есть, он пошло все достроился. не очень хорошо. Достроился. Остался 7-5. А Рассел 7-6 пилит. И верную арену еще заберут, да? Не? А, не, не, Наверное. не. Вэлли слишком много. Ну да. Он еще Урсу заслал. И мелочи какой-то кидал, по-моему, тоже. Ну, у Рассела сейчас вроде все более-менее, конечно, выглядит нормально, но у него пик не алло. Ну да, пока что. Тролли есть. Но ауры неплохие. Танковка нужна. Пока непонятно еще, что у него за Т6. Ну, видимо, какой-то не очень хороший, раз он до 10 его даже не ставил. Скорее всего. Ну, только типа Нео, по Ну, идее. если Нео, то неплохой еще вариант. Ну там вещь на него копить надо. Ну то есть я беру в расчет, что у него может быть Шейкер, Нео и что там еще такое. Конь какой-нибудь там. Ну, конь еще вроде более-менее. Ну, все Ну остальные юниты вроде более-менее. Тут даже Азур неплохо смотрится. Он на него мог бы, типа, накопить там хз 9, если бы хотел. Но он, наверное, больше на эстролей рассчитывал, что за счет них там лучше сможет дефнуть. О! Фуда кидает. Оба кидают. И Рассел кидает. Ну, Рассел-то волна. И он сидит. А, 7-7 делает. Ну, что он сейчас делает? Виву еще ап. Ну, хз он шлет и делает сейчас ламп, это зря, конечно. Давил то напнет, но все равно дали мало. Да, его там мелочка настрелит. Ну, тут... А, Урса есть. Уже хорошо. Вот у... Урсиков-то надо, Виверн, на 12. Здесь, значит, Марта. Добавились еще фанты неапнутые, конечно же. Решил брать количеством. Ну, так правильно, тут надо это на ХП выезжать. Там, что, разница... Да, и раз опыт, чтобы был. 105 ХП разница у фант апнутой, не апнутой, поэтому лучше уж не апнутых наделать. Ну да, пожалуй. Ну, тут 7 на 6 кинг, а там 3 на 6. Ну, волна, хз. Ну, Фуда, видимо, Ну да. за счет value и фант рассчитывает хорошо дефнуть. Ну, да, в принципе, сносный, но Что-то много, по-моему. Ну, класс. То есть варлоков нет. Урса на один удар, конечно. Ну, хз. Ой, это ХП надо. кстати, Рассал неплохо дефает, он это дефнет спокойно сейчас. Да. С волной изи. Ну, фуд это ХП, ХП надо.
8 атаки он сделал, хз зачем? Ну, а типа 13 атаки он же не сделает. Ну, с 3 тычек убивать 7 атаки надо. Не, он не всегда с 3 убивает тогда. 7 атаки — это когда, короче, волна. Вот тогда 7 атаки надо делать, потому что он с 2 ударов убивает тогда. Под волной. И то там иногда бывает, что нет, но чаще всего да. Ну, не знаю, я почти всю жизнь 7 атаки дефал. Ну, вот если рассчитывал на 3 тычки, типа, то так дефал. Так, чё, Рассел даже нихера не апал. Там только, может, регу подточил. Фуда тоже, скажем так, легким испугом отделался. Но они оба апнули этот инком. Сейчас ламберы заточат. Но мне кажется, Рассел апаться будет. Рассел уже начал апаться, он добил типа волну и начал апаться после этого. Пит у него. Ну, блядь. Он не ролил, получается, у него пит был. Ну, к девятке, короче, невыгодно было бы копить. Ну да, он дорогой, зачем он нужен? Он бы там, наверное, получается, вообще 7-3 бы сидел тогда. И с питом еще не факт, чтобы дефнул. Ну, как бы, пит он, ну, медленный, типа. Поэтому... Да и смысл вообще эту девятую дефать. Ну да, да. Так. Фуда уже 5 фанта апнутых. Решил он 13-ю надежно сыграть. Кидает 14 с ментами. Ну, хз. Ну, видимо, не хочет куда-то копить, типа 17-х, потому что хила нет, он сам боится, наверное. Ламбер заказал. Рассел будет 7-8 сидеть, видимо. Похоже на то. Хотя, типа, с преимуществом в хил, наверное, можно было побольше ламбер сделать, но... Ну да, если более, если он апается. Ну, он, видимо, видишь, решил, что питов он оставит. Ну, там, будет их сколько там, 4-5 или больше штук он их. Ну, нацелился, короче, их штопать. И, а это, типа, деф-то нету волны. То есть слабо очень будет деф, даже под небольшим засылом. И поэтому, видимо, решил застраховаться так и сидеть 7-8. О, смотри, айстроля вот-вот поставил. Рассел. Интересно. Дима ожидает тоже засыл. Конкретно против 14-й. А тут Т3 урсы. Да, в хороший будет тут засыл. Таленький. Ну, 2 пита должны затанчить. И теперь, в принципе, Рассел может какую-нибудь 16-ю кинуть. Да. Сейчас уже очевидно должно быть, что Фуда... Это апец, по идее, должен. Ну да. Чё, он в ноль дефает? Или нет? Ну, почти, да. Две штуки. Так, сразу ламбер заказал. Миша, ну, Фуда понятно, там 7-15, по идее, должен точить. И какой-нибудь 23-й пробовать, наверное, ему надо. Ну, без хила он сам сидит. Ну, ему главное танковку под фант сделать. И чтобы кинг был. То есть милливолны ему не страшны, получается. Ну да, рейнджовый кингом дефится. Ну да, если он кидает до 24-й, ну там, если Рассел нихера не найдет, 23, наверное, единственная волна, которая будет заебись смотреться, и он то кинет, если он не найдет. Прокинет, если он будет штопать драконов, конечно, этих, то да. Да, если он кинет, там пробьет нормально, может даже хил выбьет.
покормится, инком набьет, на 24 у него вэлли хороший будет. Вопрос, конечно, что по пику. Ну, я думаю, фант он больше особо строить не будет сейчас. Ну, по идее, ролик будет. 6. Может даже 6 ограничиться, хз. Угу. Но у него уже получается, он со старта сделал ролл и... А, ну тебе показывает у него, вот. Он больше, походу, не делал. Я не видел, что он делал роллы больше, да. Ну, по роллам у него нормально тогда. Он может найти, успеть. Угу. Так. Рассел все равно решил это самое кинга апать, но он апает вскрытую. А, ну хотя он 14-й лекал. Или он там волной сбрил, я этот момент не посмотрел. Я тоже что-то не глянул. Ну, я думаю, он волной сбрил. Вот. Ну да. По идее должен был. У него 30 атаки, чтоб не палить. Там они вроде совсем залитые были. Ой. Ну все. Это, Фуда в all-in пошел, походу. Ого. Интересно, он ждет засыл, типа, сейчас? Засыл пришел, но совсем не какущий. Хотя этого хватит, наверное, чтобы пустить что-то. Да, 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 да. Это такая толпа фант может дефнуть даже в нулину. Да, это деф, видимо. Прикольно. Но он ожидал, видимо, большего засыла. Ну да. Раз так сыграл. Да. Ну сейчас ему тут дорога, только это самое... Ламбер. Супер высокий. И... Много копить надо куда-то, чтобы одним засылом, наверное, убивать. Ну вот он уже копит. Рассел сделал 5 питов и рольнул. Угу. Ну, в Рассела кидать тут чё вот куда? На 17-й он не кинул, 18-й у него мало, на 19-й смысла нет, там виверны и тролли есть. Тонковка там, да. Скорее всего, хоть какая-то, но будет. Ну, Рассел деревяшки нашел. Это для него здесь отличный вариант. Да, он может ими сейчас застроиться просто и копить куда-то, убивать. Да. На сабу. На какой-нибудь там, не знаю, 24-й. Да. Мне кажется, не саба это будет копить. 20 плюс. Хотя он же так-то и инком любит набивать. Ну да, куда ты ему кинуть? Ему, по идее, тогда только 18 кидать сейчас. Он может 20, кстати, кинуть в виверн. Может. Mm. Но у него кинга-то самого нет, и дефа нет. 20. Че, 8 на 10? Ну да. Что-то опаснее. 19 хочешь. Опасненько он сидит. Угу. Как он 20-й хочет дефать, если он копит куда-то. Ух ты, даже остановился. Я думал, 7-15 по любасу сделает. У него вэлью очень мало. Мор тапает. Так, Рассел... Чё? Ламбер? Странно, что он не ронил до сих пор. Да, интересно. Почему? Ну... Под вэлью вообще морты с фантами имбища та еще. Но надо еще вампиризм под это дело. Эта херня даже 28-й дефает. Хм.
19 кидает все-таки. Ну, все равно отбиться. Мне не нравится. Ну да, так себе. Пропуск небольшой будет. 18 бы лучше зашла. Да. Не, ну вообще 20 лучше зашла. Ну да, он сам боится 20, по идее. Хотя у него там минус армор. И сколько там? Ну, 3 морты будет. А они, кстати, хорошо танчат там. У ворота еще плюс. Ну, КЗ все равно это не дашь. Заслужен так уж точно. Ментов вот он кидает, ну, правильно. Он не знает, что там дерево, конечно, но... Ну, что думаешь, типа, сильно пробьет? Я думаю, не очень. Ну, были не особо много, но засыл тоже не такой большой. Скорее всего, да, не сильно. Ну, тут, считай, два дерева лопаются, и верны, 4 верны все-таки есть. Они все это добивают. Да, они хорошо будут добивать. И тролли еще, и скоростной, и с этим, с рефлектом. Угу. А у Рассела 1000 леса в кармане, копит он. Скорее всего, 24. Да. Больше некуда вроде бы. Ну, это вот такой нелогичный засыл, короче, от фуда. Да, довольно странный. Что-то теперь, по-моему, мало шансов у него 24 пережить. Учитывая, сколько он настроил фант. Но он еще деревях увидит. Он, я думаю, он это выберет варик, там, 22-й какой-нибудь кинуть. Да, он ком-то побудет пытаться поднять. Ну, кстати, блять, нихуя себе. 19 штук. Да, прилично пробил. Ну, тут, наверное, плюс только один, что кряк сзади, а пауки все стакнуты, и они к кингу идут, ну, не регенятся, типа. Они залитые, да. Они залиты, и кинг их сможет подбивать кого-то успеть. Это без хила даже, по идее, да? Да, по идее, без хила. Ну, если регов ловая. Так, сейчас ну, надо... Регов ловая там явно. Ну, он бы лучше кряку, наверное, сначала убил. Чтоб реги не было и замедление. Но нет, тут хил уходит, походу. Или уже... Да, уходит вроде. Даже не стал ждать. Угу. Ну... Уже неплохо. Ну да. Ну теперь ему точно надо в деревьях строить. Да, 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 да. Упороться в деревьях. Но самый прикол, конечно, что вот сейчас у него 600 леса. И он не очень много накопит, но 24. А по value да. У них будет, что там, что у Нисабы. У него сейчас 5500. Будет. У него будет все неплохо с value. И сколько? У него сейчас 11 фантомов. Это пиздец, такой ДПС еще. Ну да. Что-нибудь получше их потанковать, чем-то бы, чем морты. Ну короче, сейчас получается, если Рассел Фуда на 24-м не кильнет своим засылом там в 5 или 6 тысяч, то скорее всего ему ГГ, опять же, если он ничего не находит. На 28? Да, потому что дальше, если копить дальше фуда, ну, по идее, ты его там нигде не пробьешь. 27 должен он дефать. Ну да. Ну он все милишные волны, по идее, должен. Можно хорошо. 25, конечно, попробовать только, если разве что. Да, 25, вот, конечно. И волна интересная, но... Ну, 24 тут смотрится лучше все равно. Да, 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 да. Учитывая такую толпу фант. О, почему-то, да, почему-то 7.14 сидит Рассел. Ну, вот. 3 копейки ему не хватило. Не расчет.
Ну, видишь, у него value как бы и так было мало. Он решил там достроиться и вот. Получше 20 дефнуть, но... Ну, вот у него не получилось лучше дефнуть. В итоге еще нафидел. Не так все и теперь замечательно у Миши. Хила тоже нету. А Фуда пиздец, он не апается нихуя. Он копит. Интересно. Но он, скорее всего, 22 скинет все равно, увидев сейчас деревья. Ну да. Мне кажется, 23 ему слать нельзя. Вообще. Типа, Да. если Рассел дефает, он ему кидает там два демона, а это ГГ, скорее всего. Ему нечем демонов убивать. Да, тут, конечно, нельзя. Он дефнет, потому что деревья будет строить. И сколько вот у него морд? У него три морды, по-моему, всего. Это очень мало. Но он, по-моему, вообще их рольнул уже. Он настроил хилеров. Ну, либо собирается сейчас рольнуть. Чего ты ему сейчас подойдет под это вот под кучу фант хз. Не знаю, деревья. Ну вот я тоже думаю деревяхи какие-то либо может быть еще стимы неплохо, ну не апнутые. Тралы апнутые там, что-то такое. Но он их много не настроит, хотя... Ну, лорды еще более-менее смотрятся. Да, но там собаки умирают, и потом фан все обрушивается, весь дэмэдж. Интересно. Рассел ролит. Четвертую деревяху поставил. Так, вот у него стоит. Так, чё Фуда? А, ну да, 22. Набить инком. Вот задача. Ну, сейчас увидев засыл на 22, Рассал так и так должен был деревья хролить. Потому что они больше не нужны. Просто единственное, Рассел это может быть не захочет тогда 24 кидать. На куда тогда? На 28 копить сразу. Ну вот, хз. Ну у них. В принципе, если он сейчас сам найдет какой-то деф хороший 28-й. Да. Так, Фуда, что у тебя? Не, у него морты до сих пор. Но он морт будет делать, да? Интересно. Он что-то знает. Ну вот интересно, как себя такая постройка покажет на 24, если засыл будет. Ну, что там? Там не очень много. Там до 6 тысяч, по-моему, должно быть. Ну теперь точно рольнул. Он еще 7-14. А. Ну да, только я проморгал. А, я вижу у Рассела роллы точно. Банши ставит. Причем он их в интересный тоже слот пихает. Да, типа, чтобы они агрили сюда. Сколько у него? Раз, два, три. Три хиллера и три этих оракула. Он их даже апнул, блять, специально, видимо, чтобы, ну, на 24 лучше стоять. Ага, морт на них настроил, да? Ну, он так кинул-то. Неплохо. Ну, конечно, слабая волна и в деревьях тут понятно, что на инк, но Ну, пропуск 15 штук вам. 14. слегка ликанет, ага. Неплохо все равно. Корм какой-то. 40-50. Что-то дают еще, нормально.
Ну, это, кинга он не качает. Ну, уверен в своих силах, наверное. Ну, мне кажется, логика такая, что, типа, он по факту посмотрит. Он либо дефает пиздата, либо ему ГГ там. Не, ну в ноль-то он как бы не деф, нет, в Ну, любом случае. да, я Ну, тоже. начал лапать, кстати. То, что да, ему и все равно инком надо кингом убивать. Надо все равно апать. И походу ему надо там придумывать что-то типа 30-й или не знаю, что там Ну, еще. ему надо ловить что-то на 30 плюс и идти 30 плюс тогда уже. Ну, пока у них у обоих пик неподходящий. О, Рассел отвод делает. Будет, да, он 24 будет кидать. И не достраивается он правильно. Шейкеры, унисабы, бля. Ну, это Ну, это грустно, да. печаль. Ну, можно еще раз рольнуть. Да, нужно. Питы, заебись. Да, уже лучше. У него есть тараку лучше. Это уже неплохо на 30 плюс. Да. А, о, кстати, этим. Он Мавериков будет еще ебашить с этим, с медиум армором. Неплохо. Это тоже Маверики неплохие, да. та же массовка, ну эти клоны, неплохо. У него, кстати говоря, 5 фантомов еще не апнуто. Не, вообще думаю, он их будет вообще апать или нет. Мне кажется, не будет. Да, похоже, нет, да, он сейчас, наверное, будет строить вот это, то, что поймал. Так, демон, кряка, тайт, волк дурацкий, шаманы, слегка мелочи. Зачем шаманы нужны? Шаманы на 24, ну типа разоры быстро бьют, а так еще быстрее. Ну и если они выживают, на кинге Да. тоже там ДПС может бафнуть кого-нибудь демона. Или спам. Ну, да, не, спам обычно до кинга не доживает. Да. Ну, в такой пик, мне кажется, лучше крупничка побольше до такого накидал. Да, Типа вот кряк с тайдами. спел иммунных, да, юнитов побольше. Три кряки уже. Два демона у него не вышло. Ну, я думаю, это деф. У него унисаб 10к плюс. Да, хорошая. На полторашку. А сколько рассал скопил дерево? Мало там. Ну, короче, 5 плюс. Ну, до 6000, походу. Так. Ладно, что он 200. капает, пошай. Ну да, что-то типа того. Так, чё? Два дракона, два маверика, хил и всякая хуета. Ну, смотрим. Так, все сагрилось, нормально. Морт, конечно, блядь. О, демона, демона, нахуй. Килл. Всякие леоны бьют демона. Килл, мазафака, демон. Убивают. И. Демона килл. Ну. Вот, Ну. пять. Одного кряку еще убил. Да, это деф, 23. похоже. Да, похоже на деф. Но они, это, почти все целые. 21. Сейчас от стака зависит. Не, вроде деф. Да, надо поконтролить нормально. По идее, должен дефнуть. И кряк этот последний в самой жопе идет, заебись. Ту-ту-ту, вроде деф. Сейчас Хотя... шаманчиков, шаманчики. Нифига-то дапа вообще. Тележки. Сейчас потом сразу. А, ну кряк он решил сразу.
потом то и деф. Ну да, все деф. Тут, кстати, бля, по хп вообще я думал, это у него меньше будет, ну, останется. Тут прямо... Да, деф простой. Он инком убил, у него еще 50% хп. Ну и все, у него сейчас кинг есть, инком дикий, да, копить будет. На 1000. Только у него вот с пиком проблемы, ну, на лейт, типа, но и у Рассела не огонь пока что. А, тут а лорды появились. Три пита под троллем и виверны еще. Лины, бля, уже заебись. Да, пик хороший, но value маловато. Мне кажется, что-то надо фуди придумывать. Ну, надо ловить что-то. Ну, хотя драконы это хороший вариант, в принципе. Но у него на ДПС ничего нет. Ну, аур. Ни верта, да, ни тролля. Нет особо. Ни капа нет. У него есть хилы только. И чё? И все. Ну, Оракул это, конечно, сильно, но... С ДПСом, да, проблемы. Мне кажется, он должен... Тридцатку какую-то пробовать. Ну, деревяхи... Чё вот он видел? Деревяшки, драконы. Ну, хз, он мало скопит уже мне. Ну да, и инкомы высокие. Ну, не знаю, что он выберет, конечно. Но у него реально там, наверное, один... Один, может быть, рерол остался. Да, скорее всего. И это проблема, действительно. Если там он ничего не находит хорошего. И фант у него, этих 5 штук неапнутых, их, походу, надо выкидывать. Вот он удалил их. Да, он драконов сейчас там оставит. Ну, и роль нет. Уже неплохо, да. Нихуя он. Может, это последний ролл все-таки? Не-не, он бы тогда и хапал. А так он сейчас их настроил, и сейчас вот роллит. Сейчас. Не продает. Наверное, оставляет. Нет. А нет, не всех. Не всех. Ну да, нормально как раз вот. Сколько там? 7 драконов есть. Если что-то нормально он еще поймал, то в самый раз. Решил таки апнуть. Ну, в Нисабу вообще тут заходит много куда. Даже, наверное, 28-я, 29-я он не дефнет. Ну, 28-й, наверное, дефнет все же. У нее и дерева будет мало. Но тут все равно, что у Рассела 3К, я думаю, да. не будет он рисковать. Типа... Там вэльи много, и вряд ли таким засылом такое можно пробить где-то. Угу. Ну, на 30 плюс, да, за счет пика Рассел вполне может выиграть. Да, лины, конечно, тут шикарно заходят. Он еще баншей наставил предусмотрительно. Типа, если бары не зайдут, ну, не придут в пик. Нисаба тоже. Ну да. Ой, тут танки, кстати. Ха. Ну, такое себе. Ну, неплохо. Неплохо. Морты быстро убегают. Танчат. Танки стреляют, драконы стреляют, фанты бьют. Ну, типа, фанты-морты, они, это, как сказать, ну, могут толпиться в одной точке. Типа, у них размер супер мелкий. Модельки
Вот, и за счет этого они не тупит у него войско вообще. Да, там драконы еще будут, они не будут мешаться. Но он уже как бы быстрее убивает. Ну, тут, да, за счет драконов в основном и фант. 27-й он быстрее бьет. Парад спрашивает, не саба на 28 побеждает же, все норм. Не саба 28. Не саба 3000 дерева на 28, так что вряд ли он бы тут победил. Скорее всего, 31 все равно. Оба. Да, понятное дело. Блять, и ХДС еще. Охуеть. Тут теперь не... Ой, вертолет у него. Бля. Где вертолет? Вон. У Несабы. А, не сам поймал. У него и лорды теперь. Ну, это все меняет. Да. Но опять же, вот у него три пита стоит, ему надо их обязательно апать, иначе от них толку вообще нихуя нет. Питов, конечно, они хороши вообще говоря на 30 плюс. Ну, под лордов. Тем более под лордов, да, и под верт. Ух, блядь. И эти... Меркурии здесь есть, и там есть, но тут линия опять, но тут воздуха меньше. Тут тоже минус армор есть какой-никакой. И вообще, типа, у Рассела это, ну, сама вот тычка, типа, всего войска, она меньше, Да, ДПС поменьше. чем у Фуда. Там танки будут еще апнутые. В общем, сейчас ничего не понятно на самом деле. Вообще хуй знает. Рассел рерол. Спавн. Ну, воздух. Нормально. Но лучше бы, конечно, Феникса какого-то. Еще ролит. Че там? Бары? Пошел назад. Капитаны. Планов оставил. Да. Походу херня какая-то. Ну, фудот пик пизжи, да. Сейчас. Да, и вэлью больше будет. Значительно. Блять, пиздец. Неожиданно так. Пару роллов. Хуяк уже все заебись. Ну да, с ласт роллом повезло ему, конечно. И это. И хил у него есть, блять, жестко. У кого хил? Хилов нет уже ни у кого. Ну, блять, про лечение я говорю. А. Лекари всякие. У него и аура лечения, и эти три штуки медицинмены. Это да. Жестко. А у Рассела нету лечения. Ну да, шейкера у него. Последний ролл у него, что ли? Нет, вот сейчас еще делает ролл. Зомбаря поставил. Ну, блять, уже все должно быть лучше, чем шейкер. А, вертолет. Угу, хорошо. Ауры все собрал на ДПС. Ну, с вертолетом уже лучше. Конечно, шейкера убрал. Зомбаря оставил. Драконы еще. Надо драконов апать. Так, что не саба, танки. Одного успел уже апгрейднуть. Еще два надо. И у него что, раз, два, три. Три лорда. Маловато. Да, лордов будет штук 6 у него получается. Не, он два танка апнет. А, еще танки же. И
у него что остается? Ну, он, конечно, может выбрать оставить эти два танка так и поставить там вместо этого как раз лордов. Да я бы вообще их все продал на его месте, поймав лордов. Не знаю, зачем он вообще их оставил. Так, что он делает? Отвод? Нет. ХДС. Ну, еще позиция у них такая не очень приятная. Они под фокус могут выйти. Да. Тут танковать-то особо некому. Апает, короче, танков, да. И ставит не апту, то этого, ну, лорда просто. И 130 голды еще есть. И вертолета, ну, понятно. Отвод нет. Можно было продать фант, наверное, апнуть лорда одного. Смотри, как Рассел охуенно сделал. Он поставил капитанов в этот, ну, вот-вот, типа, в дальний. И они портанутся... Чтобы они дожили, да. Портанутся к кингу. Ну, я тоже, бля, в первый раз вижу такую херь. Но они все равно 32-й умрут, скорее всего. Так, а у него еще танк есть. Только демон вышел, хорошо, смотри. Да. Только зачем тут стакнул пита сначала? Не успеет. И теперь он не убьет демона. Или успеет, не? Ну, убьет, но не так быстро, как хотелось бы. Да не, нормально. Успел. А он кидал демона, Рассел? По-моему, без демона кинул, какой-то мелочи накидал у Дина. Че у них по... А, у него 2500, а у Фуда нихуя нет. Ну, Фуда на все кидал, короче, понятно. Угу. Ну да, что-то все большую популярность набирает эта страта, что на 31 не так профитно кидать демона, то, что его там стакают, или он выходит там, ну, сразу его убивают быстро. А лучше, типа, щебы накидать, она себя впитает, там тычки большие, и оставить демона там на попозже, на волну какую-то. Ну да, мелочь это, типа, такой дешевый сердито, так сказать. Кстати, по вылью-то как раз-таки сердито вышла разница. Тысяча, сколько? 1465. Или что? 45, то есть. Да, 1400 с лишним разница. Так, что? Тут еще все хилится. Собаки хилятся. Да, у Нисабы как-то все неплохо смотрится. Все в этих, блядь, птицах. А тут смотри, уже... У него, кстати, вообще все войско под этими птицами, потому что у него этих оракулов 3, блядь. Угу. Вообще жесть. Все, пошел засыл. Демон, Крякен, Тайдуха. Кстати, вот это уже получается 33-е, и он кидает на 34. Ну да, на 33 тут рано еще было кидать слишком и много. И Фуда тоже кидает демона. Угу. Нормально, накопил. Ну тут видно, по-моему, что вот Рассалу не хватает ДПСа. Он, видишь, уже просаживается. Да. Даже лины не спасают. Потихоньку юниты умирают. У него, к сожалению, лекарей нету. Во, побежали. Сейчас... Ну, вот самое интересное начинается. Да, сейчас так не надо, наверное. Портануться. Все портанулись назад. А, нет, не все. У Рассела бегут еще. Да, и это, по-моему, все, конец. Угу. Теперь тут уже без шансов. Сейчас они чисто такой пачкой приходят, и пиздец. Че, и под демоном. Да. Ну, вообще, типа, по value все тут логично. И по пику то, что Фуда к концовке нашел таки сумонов, и воздух у него появился. Ну, кстати, его так, блядь, это тоже подразъебал. Ну, он эту дефни пишевал, но... а Роса уже нет. У Рассела волна,
А у Фуда Горелыч. Ну да, все это ГГ. Там еще два танка, он под Ораклом будет жить долго очень. Да, это ГГшка. Ну и первая катка за Фуда. Хотя, блять, кто бы мог подумать, там в начале вообще, ну, типа, так было хуёво все. Ну да, хил отдал. Ну, 24, да, в том достаточно легко, причем.